Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами приготовим рамен, либо просто обычный царский доширак. Там уж куриный бульон, соевый соус. Добавим туда свечили для курицы. Также добавим туда имбирь, я его помыл прежде чем резать, поэтому ножик схожий. Также добавим чуть фреша лайма. Добавим чуть сушеного чили, либо свежего, если есть. Также туда добавим кинзы. Ее если надо, прям так вот с барбаном взяли. Добавим чуть соли и перца. Но учтите, там будет соевый соус. Ну что, ребят, перейдем к нашему дошику. Я не буду валять всю приправу, у меня здесь свой бульон, поэтому я это не беру. Для того, чтобы обжарить нам креветки, нам нужен чеснок. Ну и, наверное, масло. Я взял аргентинский. И наш бульон уже можно процедить. Также на бульон добавляем лапшу. Также в нашу лапшу можно добавить мини шпинат. Нарежем туда зеленый лук и остатки кинзы. Ну вот и все, ребята, сливаем наш дошик. Возьмем отсюда капусту кимчи. Положим наше вареное яичко. Яичко добавим на сметку. И выкладываем наш креветки. И, ребята, вуаля, вот такой простой суп. Всего лишь за каких-то 5 минут. Приятного аппетита.